Всем привет! Есть такой инвертор, электроника. Я не знаю, кто его делает. Видно, видно. Но такое чувство, что их делают в подвале. Вот, на каких-то заклепках все сделано. Ну, коробочка красивая, но не знаю. Он меня год отработал. Здесь показано, что он типа на 24 вольта, ну, 4 киловатта тянет. 6 пик. Но это не так. Я его полтора максимум грузил, но он уже гудел, свистел, грелся. Ну, год отработал, вроде все нормально. Вчера была нагрузка 500 ватт, и он просто что-то в нему бабахнуло, дым пошел. Он еще пока что работает, но все равно надо его скрывать, смотреть, что там есть. Можно его отремонтировать или нельзя. Ну, вот такой инвертор. Когда-то он был популярным. Хорошим был. Но, наверное, это подделка какая-то. Будем разбирать, будем смотреть. Как-то так. Ну что ж, смотрим. Инвертор я снял, отсоединил. Но чтобы его разобрать, надо вот заклепки высверливать. Вот одна, вторая, третья. Здесь вентилятор на заклепках. Ну как так можно делать? Это точно в подвале делают эти инверторы. Я с 80-х годов занимаюсь радиоэлектроникой, разные магнитофоны, телевизор ремонтирую. Но такого не встречал, чтобы было на заклепках. Должны быть болтики, все аккуратно. Но здесь заклепки, получается, надо высверливать и вскрывать, чтобы ремонтировать. Или просто выбрать мусорный бачок. Это я не понимаю, как так можно делать это неразборное такое чудо. Это просто полная жопа. Ну что ж, разобрал я этот инвертор, но это полный колхоз, я такого еще не видел. Ну смотрим, здесь сажа, так как он горел. Смотрите, здесь одна плата, другая плата с трансформаторами, ну еще здесь. Вот, ну там деталей немного, и это все чудо стоит 600 баксов. Ну а теперь смотрим здесь, вот релюшка. А рядом конденсатор или что-то другое. Надо сейчас выяснять, что это сгорело. Вот так оно сгорело. Я сейчас с друзьями связался по WhatsApp, будем выяснять, как его ремонтировать. Но что самое интересное, смотрите здесь. Саморезы, строительные саморезы. Вот, черненькие такие. Один, два, три. Я просто в шоке. Как так можно строительные саморезы вкручивать в платы? Ну... Я в шоке, вот такой инвертор, что только не придумают. Смотрите, а здесь какие тонкие провода, укладка какая-то, на конденсатор, вокруг конденсатора. Они бы еще намотали по кругу инвертора. Здесь такое кольцо сделано. Ну, здесь минимум деталей, но максимум денег. Вот такой инвертор внутри. Вот здесь кулеры стоят. Ну вот такой ящичек железный. Это называется инвертор. Я не знаю, что это такое. Просто. Я в шоке, скажу вам честно. Ну буду пробовать отремонтировать это. Может, какое-то время он еще поработает. Но надо хороший инвертор покупать. А это так, игрушка просто. Итак, я разобрал. Открутил плату, так как надо выяснить, что это за детали заменить. Вот так выглядит плата инвертора. Саморезы по дереву. Вот они. Если видно или не видно. Ну, как-то так. Итак, выпал я эту деталь. С друзьями посоветовался. Оказывается, это варистор. И он сгорел. Ну не знаю, как реле, живое или не живое. Вот как он выглядит. Полностью выгорело все, что было в нем. Он сгорел или от перенапряжения, или от какого-то скачка импульса. Вот так. Но, наверное, какой-то импульс был, так как у меня напряжения в сети не было. И он в это время выгорел. Значит, какой-то импульс с инвертора пошел. На этот варистор. И потому он сгорел.
Буду искать в интернете, заказывать, попробовать отремонтировать.